до запуска на постовушечку. Татьяна Викторовна у нас. Все идет вытянула. Ага, вот мужской пол собрался, смотрит. Мешковать сегодня будем. По голове сначала. Хорошая. Посмотрим. Рвет тогда. На что у вас, Татьяна Викторовна? А кто там поймал? Желтый все. На что вы говорите? Нет, у меня розовый, точно. На желтый? На желтую? Не на розовую? Или желтый, или зеленый? Или на розовую. Всем доброе утро. Вас приветствует рыбалка Голицына Фиш. 5 марта. Легенький снежок. Прекрасная погода. Сделан запуск. Вот у нас уже после запуска на актив была сработочка. Выловили с самого дна. А на что вас взял? Вот, триколор китайский с оранжевой подложкой. Спасибо большое. Вторую рыбалочку отрабатывает. Ну, ура. Очень прекрасно. Еще одна поемочка у нас на актив. Поджар. Опа, есть. А у вас здесь что у нас? Лёсенька. Вот она, семечка. Девочка у нас на актив. С дна, да? Со дна. Видная поленочка. Встал. Так же со дна, да? Да. А какая со дна лёсенька? Обычная. Смотри, зелёно-оранжевая. Поставушечка в это же время сработала. Посмотрим. Посмотрим. Аккуратненько вываживаем. Луночку заводим, багорика нет, да? Да, с помощью руки. По самое плечо. Оп, на что у вас? Нет, на паску. Сыр желтый, нет? Да, обычно. Обычно, все, спасибо. Здесь по столу что у нас работает. Потихонечку. Луночку завели, да? Да. Опять же с помощью руки. Без багорика. Ну, повыше, под жабры. Вот. А здесь у вас на что? Сыр классика, спасибо. Виктор, ну уже вторая у нас поймали. Это блёсенка у вас какая? Перевернуть ее, посмотрим. Чтоб мужчины видели. Все, спасибо. Татьяна Викторовна, очередная поимочка на эту же блёсенку. Аккуратненько. Сегодня у нас наш прекрасный пол рулит на рыбалочке. И тут же поимочка, вот она прекрасная. Это вот у нас, как вы говорили, это блёсенка? Триколор. Триколор, это Китай, да? Да, китайская. Ага. Делает. Знаю, ясно. Работает. Смотрим, заводим аккуратно. Что у нас? Ага, вот он багорик. Багорик. Какой... О, хорошая дамочка. Так, аккуратно. Паста, желтый сыр, да? И здесь следующая постовушечка у нас сходу. Заводим луночку ее аккуратненько. Вот она с помощью руки. Бах, есть. А у вас? Желтый сыр. Все, спасибо, классика, желтый сыр. Со дна, да? Да. Булочка у нас сработала. Вываживаем. На место. Луночку заводим. Сошла? Сошла. На поимочку на актив. Ничего не меняется, блесна та же самая. Ничего не меняется. Все так же. Триколор китайский работает. Надо посмотреть. Вот, затягивают. Чья поставушка? Сильно не пугай, ползком, не топчись. Оборви-то не запутай. Да тормози ты, не уйдет. Оборви-то не запутай. Не уйдет. Даже не думай. Уйдет, блядь, размотал. Рукой. Вот. Опа. Вот она. Паста, да? Но. Да. А здесь? Паста. Ага. Прижала, да? Прижала, паста ушла, да?
Вообще не... А? А, скорее всего, на это, целая, на резину. Да. Паста целая, да? Да, ясно. Попробовала, не понравилось. И скинула ее. О, хороша котлетка. Что у нас за блесна? Так, что за блесенка? Это у нас блесна. Русская. От РБ. От РБ. Опа. Нет. Нет. Опять же, наверное, за резину подергала, да? Прижала и пустила. Да, сработка на поставушечку. У нас сюда поплавочный берег. Смотрим. Смотрим. Вываживаем потихонечку. Багорика нет. Багорика нет. Руки у нас есть, да? Да. Некоторые умудряются по плечи их сувать. Все равно. Не, не надо. Будем аккуратно. Аккуратненько, правильно, нежненько. Аккуратненько, нежненько. Все правильно. Александр, дайте, пожалуйста, багорик. Не с собой. Тоже нет. Грусть, печаль. Есть, есть, есть. Вон багорик несут. Она сейчас выйдет. Вот, пожалуйста. Пожарный. Почистим. Пока она сопротивляется. Вот она. Ну, без багорика для этого руки есть. Спасибо большое, да. А на что у вас? Паста. Паста. Розовая. 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 Спасибо.